Продолжается строительство площади в городе Ачинске. Вот, согласно техзаданию, асфальтобетонное покрытие должно было быть снято и утилизировано. На самом деле мы видим следующее, что оно снимается в одном месте, а в другое место укладывается. Сверху это все засыпается щебнем. Здесь вот хорошо видно. Засыпается щебнем. Значит, смотрите, здесь покопать. Вот. Видно, засыпается щебнем, а потом будет сверху выполнено основание. И как следствие, потом это все основание просядет. Им придется все переделывать. Но это не единичный случай. Вот дальше, там, где у нас работают сотрудники, то же самое. Сейчас мы туда ближе подойдем, снимем. Представителя от заказчика нигде не видно. Ну, вот, другой участок, место выполнения работ. Видим то же самое, что снятый асфальтобетон в одном месте вложен в другое в качестве основания под брусчатку. Вот, ноу-хау, устройство основания под плитку. Кусков асфальта.